всем. Приехали на речку половить что-нибудь. Рыбу будем ловить. Главный рыбак. Там второй рыбак. Последние денечки, потому что больше всего, что мужа вызовут на работу. Ловит на опарышей. Может, плотвив поймает. Потому что щука сейчас уже все. Она пока переболеет. После нереста. Так что вот такие вот дела. Ловим. Мама, смотри, прикол. Снимай машинку. Уже трава такая зеленая, красивая. Скоро уже все расцветет, распустится, будет красотень. С прошлого года остались колючки. Вот какие были колючища. Там речка. Правда, тоже мелкая. Камышом зарастает. Сын побежал за машинкой Hot Wheels. Забыл взять с собой поиграться. Солнышко светит. Такая вот красотень. Начало марта.
Птички поют. Красота. А теперь поле колючек. Мама, а если я там огромную белку, по-моему, там живет тарантул. Пускай живет той тарантул. Вот сколько колючек. Пошли. И летом здесь будет сколько же новых. Поэтому... Мама, иди сюда. Я не хочу лезть к паукам. Не надо пауков трогать. Я не трогаю. Я показал, что ему что-то не хотим дать. Ну вот не лезь к ним. Вот сколько дырочек пауков. Как красиво вода отражает деревья, как зеркало. Тишина такая. Только трактор гудит. Вот мы вышли с поля колючек. Машина какая-то стоит, кто-то тоже на рыбалке. Вышли в зелень опять. Красотень. А там поле посажено, пшеница тоже зеленая. Что? Ну не надо пауков трогать. Яйцо, а там яйцо его паука. Ага. И я увидел яйцо паука и клешни. А значит, это пауки. Я все увидел. Молодец. Это увидел. Хорошо. Нашли мы проказника папу, и, по-моему, у него добыча. Наверное, это щука. И что у нас здесь? Малыш? Малыш, да будем отпускать, это очень маленький. Ну конечно. Можно я потрогаю? Потрогай. Только, ну давай, только быстренько, чтобы она не умерла. Все, отпускай. Пойдем, пойдем, отпустим. Только полетели, что она не умерла. Не спускайся, папа, сам сейчас. Он ее бросит или нет? Нет, он ее аккуратно пустит в воду. Сидит она, наверное, уставшая. Ага. Все. Зато папа помыл луки. С почином меня. Ага. С почином. Папа, отдай мне вон ту зеленый крючок. Так, надо через кикели заехать. Ага. Показать. Я кем сначала не понял, что за фигня. Первая щука. Первая щука в этом сезоне у меня поймана. Да. Поздравляю тебя, папа. Спасибо. А то сын спрашивал, где этот проказник, папа? Теперь можно уже идти к машине. Душу отвел. Папа. Вот, посмотрите. Мало ли кому понадобится. Вот на блесну. Такая блесна.
Усы на силикон. Ну, на силикон не идет. Почему на силикон не идет, мама? Ну, не хочет ловиться щука. Потому что это... Только ж не порви. Силикон живой, подумай, что он хотел их съесть. Ага. Заряд адреналина получил? Да. Молодец. Мама, я не помню. Хорошо. Ага, только машинки свои не потеряй. Хорошо. Какой-нибудь телебайк возьми. Посмотрим, вот эту машинку мне не несли. Я думаю, что он вот так плавает, мама. Я думаю, что он так плавает, оказывается, он не так плавает. Вот так он плавает. Я думаю, что вот так. Нет, ну как он будет так плавать? Я думаю, что вот так, а теперь понял, что вот так. Ну да, рыбка ж так же плавает. А почему она... Я понял, почему она на него не поймалась. Почему? Потому что она не могла опуститься, и ее лодка здесь не пролазила, и она ушла. Ясно. Я не знаю. Только не купил свистет, только и дохло немножко. Угу. Вот, теперь висит, дох. А ну это тоже дохло висит. Угу. А ну это... Как приятно прогуляться на свежем воздухе. Правда, у нас и дома свежий воздух. Мы в селе живем, у нас нету там транспорта такого мимо ездящегося. Рядом заповедник. Но все равно здесь глаз радуется такой природе.